Приближается самый нежный весенний праздник. В канун 8 марта в городском доме культуры состоялся концерт. Фондом «Вера, надежда, милосердие» отмечены заслуги активных североказахстанок, которые вносят свой вклад в решение социальных вопросов. Моя коллега с подробностями. Песни и танцы от самых разных творческих коллективов. Со сцены звучат теплые слова благодарности и пожеланий. Фонд «Вера, надежда, милосердие» организовал концерт, чтобы подчеркнуть роль женщин в решении многих социально значимых вопросов и в целом в развитии региона. Наш фонд работает с социально уязвимыми слоями населения, с детьми-инвалидами, из неблагополучных и малоимущих семей, также с людьми без определенного места жительства, больных ВИЧ-инфицированных и туберкулезно больных людей. Именно слои населения социально уязвимые, которые не защищены. Фонд оказывает помощь социально уязвимым слоям населения на протяжении 9 лет. Сегодня здесь отметили труд 18 североказахстана, которые содействуют добровольцам. Мы помогаем просто больше материально, периодически выезжаем с ней на акции. Человек с большим сердцем, с большой душой, и мы присоединились к ее движению, к ее порывам сердечным. Я рада, что в нашей области есть такие люди, которые занимаются именно такой работой. Поэтому большое спасибо, что нас отметили, большое спасибо Нелле Михайловне, и удачи и продолжения работы этого фонда. Я думаю, что мы все вместе приложим усилия, чтобы этот фонд в нашей области действовал. Надеюсь, подключатся государственные органы, окажут ей какую-то посильную материальную помощь, помощь в помещении. К слову, фондом регулярно проводятся и другие мероприятия. В их числе осенний бал для детей с инвалидностью, поздравления с 1 июня, Новым годом и другие. Все для того, чтобы сделать жизнь других чуточку ярче и лучше. Адилия Кушекова, Анатолий Белонок, служба новостей.